затем поверните налево. Золотой мост называется, Вантовый. По русскому Вантовому мосту проехали. Сегодня два раза. Так, второй раз. Ну блин, тетка. Да-да, спину. Ограничение 60. Этот Вантовый мост называют коротким.
Город очень красивый. Очень красивый.
поверните направо. Поверните налево. Через 100 метров развернитесь. Через 100 метров крутой поворот направо. Поверните налево. Через 100 метров развернитесь. Да, куда же вы боретесь? Поверните налево. Через 100 метров развернитесь. Поверните налево. Через 200 метров крутой поворот направо. Фигня, а не магазин. Крутой поворот направо.
Это место тут я не вижу. На ночь встать. Горячился ли я, выбрав этот путь, вид на море, на залив, на океан. По карте был красивый.
метлы не будет. Место для ночевки. Поверните направо. Прямо 30 километров. До Артема. Поверните направо, а затем поверните налево. Не охранник, нет? Нет, я не охранник. Что-то хотели? Нет, тут можно на ночь остановиться? Конечно, можно, ничего. Спасибо.
поверните направо, а затем через 100 метров поверните направо. Поверните направо, а затем поверните налево. Через 200 метров перед мостом развернитесь. Здравствуйте. Стоянка платная. Кому платить? Ну, если что, подойдет, да? Ну, я имею в виду на ночь. Да, если что будет. О, понятно, спасибо. Так, ну вот оно.
Сейчас немножко поменяю место. Выбирай, не хочу. Все. Останавливаю камеру и поставлю датакам на ночь.